Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня состоялся выезд. Я сейчас приехал на свое место, где я всегда открываю сезон уже на протяжении 9 лет. Созвонился с пацанами. Кто-то работает, кто-то делает ремонт, кто-то с семьей, кто-то чем-то занимается. Но, как сказали, что если сразу минутка у них появится, они подъедут. Начинаю на своей деревне, которая хороша тем, что здесь южные склоны. Позади меня, видите, да, уже снега нет. Южные, северные склоны, смотрите, видите, снега. Проезжал мимо полей, поля еще как бы в снегу. Самара копать еще рано. Это у меня вступление именно с новой камерой, которую я прикупил в тестовом режиме. Не знаю, получится, нет. Картинка. Вон мой друг Камрад. Кингуха. Где он? Вон он. Лазит. В общем, ребята, сезон буду открывать Ваньшем 540-м. Место битое, перебитое. Жесть как. Вообще здесь в прошлом году я открывал сезон. Нашел всего-навсего одну монету. Вот. И на этом все. Ну, я здесь долго не задерживался, потому что она действительно уже вся исхожена. Яма на яме. Здесь, хочу вам сказать, было очень шикарные три фундамента. Именно три, ребята. На одном большом фундаменте было более там 300 монет, огромный складень был, лично я откопал. Затем был фундамент, где нашли шашку, вот, тоже очень хороший. Было большое количество советов, серебро советское, вот. И еще один фундамент выстрелил, это тем, что там была редкая дорогая медаль. Очень дорогая, ребята, вы даже не представляете. Тираж был маленький. В общем, хочу открыть сезон именно с этого. Пишу с петлички, надеюсь, звук хороший. Не зря я с вами, надеюсь, здесь разговариваю. В общем, ребята, приехал покопать. И не знаю, обычно открываю сезон здесь, народ как бы и не нога встречается, но как бы сегодня нету. Нету, время уже после обеда, так что мы будем копать с вами часа 3-4-5. Вот, если будет совсем тухло с находками, Ваниша не оправдает себя по битому месту. Мы съездим еще, неподалеку есть деревушка, там тоже очень шикарные были находки. Так, солнышко будет, отблики на этой камере. В общем, ребята, вступление сделал, надеюсь, находки будут. Дальше буду снимать на свою старую камеру, несколько камер прикупил, так что... Я думаю, на сезон мне этих камер предостаточно. Ваниш, ребята, уже в работе. Батареи вставил. Настройки поставил сначала на артефакты. Вот, и подключил еще подковку. Надеюсь, будет хорошо. Ну, ребят, наверное, на крышу уже, видите, бутылочку. Большим удовольствием, прям залпом. Я как бы не пяток, но когда месяц вообще не глотка, сейчас это очень приятно. Так что не обессудьте, вот, хочется расслабиться. Так что смотрим, будет, надеюсь, очень интересно и приятно вас, меня смотреть и слушать. Ребят, вон она, долгожданная. Что за монета? Это у нас царская копейка. Ой, сохран-то какой хороший, а? 1911 год. Ее даже чистить не надо, смотреть. На глазах, смотрите, как это превращается, патина. Была такая темненькая, черная-черная. Кислород, свет. И смотрите, что превращается в зелень. А здесь уже вон какая. Да. И если земля хорошая, не испорченная химией, то монеты в земле могут пролежать очень-очень долго. Ладно, идем. Хорошо. Долго, ребят, коротко. Не знаю, сколько времени прошло. Может быть, минут 30-40. Смотрите, что выпало. Смотрите, какой перстенек. Блин, как новый.
похожий на предыдущий. Классный перстенек. Вообще классный. Жалко только, что латунь. Ни золото, ни серебро. Ну ладно. Вот такая классная. Очередная. Зачетно, зачетно. Иду. Иду, ребят, на обед. На обед. Итак, ребят, среди старых ямок, это не прошлого года, а позапрошлого, вот тоже ямка, и вот моя ямка. И вон она круглая лежит, красавица. Вот она, это у нас копейка. 1903 год. Да, Николай. Хорош, хорош, хорош. Вот такая очередная царская монетка. С обоих сторон ямки. А мы между ними. Ребят, еще одна монетка. Я его в руки не беру. Специально, чтобы вам показать. А то у меня доброжелателей много. Говорите, что я подбрасываю монетки. Ребят, ну смотрите, как можно нашлепать на монету грязь. Вот именно так. Что это за монета? Что это она со всех сторон лысая какая-то? Ну это точно монета. Ну что-то... А, это N1. Николай I, но затертая. Жалко. Жалко. Ладно, продолжаем. Ищем хорошие монеты. Итак, ребят, из этой ямки сигнальчик выпал. Слышите, да? И я его еще не выкапывал. Не знаю, монеты нет. Давайте вместе с вами будем смотреть. Неудобно, но что ж поделать. Давайте искать. Ай, блин. Монета, да? Это у нас бронзовое колечко от конской упряжи. Ну ладно, цветной сигнал заберем. Ребят, прохожу я здесь мимо одного так называемого фундамента. Как вы видите, его начали шурфить в центре. Хотя, может, ошибаюсь, сигнал был, они его копали. Но нет, я не ошибался. Вот здесь вот тоже начали шурфить. И здесь тоже пробовали. Юные шурфологи, если не знаете, как шурфить, смотрите мои видеосюжеты, где я показываю подробно и рассказываю, как найти хороший фундамент с находками. Но вот это вот безобразие потом оставлять не очень хорошо. Отдали силы, эмоции, а находок ничего нету. Ребят, видите, здесь заливные раньше в свое время были. И первое, что у нас находится, это же, конечно же, бани или же сараи. Дома были по ту сторону. Здесь вот тоже шурф заложили. Видите, да? Керамика есть, кирпич есть. Вот. Что здесь было? Ну, конечно же, ребята, здесь был, возможно, какой-то... Я даже не знаю, что предположить. Ну, баня. Кирпич, может быть, от печи. Горшочки, ну, горшочки они и в Африке. Горшочки могут быть везде. А судя по тому, что здесь ковыряли, видите, уголь, обожженный кирпич, керамика и все. Сопутки здесь нету, ребята. Домашней утвари нету. Кости могут попадаться, да, могут. Собаки, кошки принести. Вот, дома вон там вон были. Вот видите, тоже горшочки. Причем разные. Разные эпох, черные, оранжевые.
белые. И вот видите, советская сопутка. Здесь, возможно, уже был сарай. И вот именно отсюда можно рассматривать фундаменты. То есть вот так вот. И следующий порядок. Самый зачетный какой здесь был фундамент давным-давно. Когда я только начинал свою деятельность, наверное, лет 8 назад. Смотрите, здесь я шурфил. И смотрите, за сколько лет, что здесь произошло. Все сравнялось. После меня шурфили. И вот свежие, наверное, шурфили в прошлом году. Но они шурфить будут именно то, что мы уже шурфили. Закладывают перешурф. Если и будут какие-то находки, то, что мы, наверное, в свое время забыли прозвонить. Сопутка, ребят, видите, да? Вот такая вот керамика. Горшочки, само собой. Обувка. Кости. Банки, крышки, конечно, детские игрушки. В общем, все-все-все. Вот такую вот надо искать сопутку. И чтобы была засыпка, культурный слой. Видите, ребят, это культурный слой. Ладно, мы сегодня не шурфим. Мы сегодня по верхам ходим. А почему, ребят, вы спросите, я же шурфолог, почему не шурфлю? Хочу сказать, что пока весна, почва влажная, я пользуюсь случаем, травка не поднялась, не жарко, можно и походить вверх пособирать, потому что почва промекла, и... телефон здесь. И, в общем, проводимость металла лучше. Как вы видели, сегодня я ходил по битым местам, и находки выскакивают. Даже вызванивало сигналы между ямками старых лет. Вот, так что имейте в виду, шурфить пока еще рано. Но это мое мнение. Если вы хотите грязь месить, тяжелую землю кидать, это ваше дело. Ну а я лучше буду ходить верха собирать, дабы позволяет погода, травка не вылезла еще. В общем, классно. Мотайте на ус. Итак, ребят, пожалуй, пришло время попрощаться с вами и показать, что я накопал ванишем 540-м на выбитом месте. Будет видеосюжет, где я буду рассказывать, чем я недоволен именно в ванише. Но это чуть позже, ребята. Не спешите покупать именно ванквиш. В частности, 540-й, есть недостатки. О них я буду говорить в следующих видео. Ну, а по находкам, ребята. Самара. Кто узнает местность? Как вы знаете, это место выбито, перевыбито. Но находки. Смотрите, сколько я нашел всякого цветного шмурдяка. Цветной — это медь, латунь, вот такой вот осколок колокольчика, конинки, пуговка интересная, ребята. Посеребренная, лысая. Но надписи здесь вот очень интересные. Сейчас, к сожалению, вы не увидите. Вот. Разного калибра гильзы. Я их собираю, чтобы составлять панно из донышек. Вот такой вот колесик от керосинки. Между прочим, вот эта вот латунная часть именно от керосинки. Затем вот эта вот, наверное, ручка от чего-то. Вот эта душка от замка. Братья Челинь или Ахарев. Звенело очень звонко. Ну, по шмурдяку прям сегодня... Ой-ой-ой. По монетам выбитое место. Все предыдущие года я открывал здесь тоже сезоны. Последние два всего было, ну, по две монеты максимум. По две максимум. Ну, сегодня получилось вот так. Царица полей, двушечка. Надеюсь, отстирается, будет нормально, потому что здесь что-то типа какого-то кокона. Это у нас низкопрофильная, походу, трешка. Не знаю.
вы, наверное, уже знаете. Вот такая вот копейка Николая I. К сожалению, затертая. И хорошие, бодрые Николашки. Двушка и две по копейке. Пятачок. Год уже не помню какой. Вы, наверное, знаете, но старый герб. И два вот таких вот зачетных колечка. Не просто колечки, а перстеньки. То ли аббревиатура, либо на этом инициалы, непонятно. Вот такие еще два колечка. Ну и все. Время подходит к своему завершению. И мы будем с вами прощаться. Так что, ребята, на этом и все. Всем пока. До новых встреч. Я надеюсь, это видео не запоздало, потому что я сейчас переезжаю, и времени на монтаж и стримов нету. Ну, это видео увидите, значит, стримы у меня уже снова возобновились. Так что все, всем пока, до новых встреч на копе. Да, ребята, кстати, кто из вас внимательный, вы, наверное, видели, что я не показал крестик, который я нашел. Вы знаете, когда делал фото, селфи, чтобы выложить в группу, первая моя находка, я его воткнул в землю на лопате. Так она и осталась там на лопате. И я его пошел. В общем, ребята, как откопал, так и закопал. Бывает такое. Памяти совсем нету. Старость не радость. Ну а сейчас точно все. Пока.